Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Бывает достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Они идут к своим целям постепенно, но уверенно. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Представители этого имени осознают, что появились в этом мире не для того, чтобы развлекаться, избегать обязанностей и ответственности. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Эти люди стремятся оказывать помощь своим близким, причем делают они это бескорыстно. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «Ф» в этом имени воспринимается на слух положительно, чувствует себя неразрывной принадлежностью целого. Звук «У» дает человеку активное воображение. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.